Здравствуйте, с вами Катя Робская. Сейчас мы будем показывать про лемуров и кукол Монстр Хай. Пора начинать. Смотрите, тут есть такие животные. Вот этот тенчик. Это лемур, можно сказать. Следующий. Это видите такой маленький лемур? Видите? А там еще его мама есть. Смотрите, вот. И это его мама. Вот, с хвостиком. Вот. Это вторая пара. Третья, вот. Это вот такой лемурчик. Вот с таким с хвостиком. Типа как дивана можно вот так. Для кукол Монстр Хай. Это у нас третья. Поехали, следующее. У нас есть зеленый лемур. Вот такой. Вот он весь такой. И розовый вот тут на конце хвостик. И пятый, последний. Ну, и последний еще один будет большой. Вот кто. Это не лемур. Так, отойди, Персефона. Вот, это не лемур. Смотрите на его глазки. Он самый лапуся. Видите? Можно, это резинка надела ему. И он как бы как горка. Или как прыгунчица. Ну и последний, самый большой, кому все нравится, мой любимый лемур. Поехали. А вот еще кто у нас? Вот такой лемурчик. Забыла показать. Вот, он вот такой у нас, миленький лемурчик. А теперь показываем большого. Погнали. Вот он, большой лемур. Я не знаю, как вам его показать. Давайте на полу покажу. Вот, большой лемур. Можно сказать, что у него слишком длинный хвост. Ну, хвост такой. Вот он, сам лемур. Лемур у меня был такой маленький. И у него глазки такие лапусечки, носик такой. И посмотрите на его кожу, они вот так свернуты. Они такие прикольные, кожа. И хвостик пушистенький. И как шарфик можно надеть на шею. Вот, и сзади вот такая кожа. Вот видите, если кто-то хотел купить, вот такая фирма, кому нравится. Вот. Тут ничего и тут ничего. Вот такая фирма. Вот где я его купила. Он очень мягкий такой, прикольненький и милый. Ну, начнем приступать. Удачного вам просмотра. Дети. Питомчика хотят дети. Ну, им не покупают, потому что родители мои уехали. Мне придется сказать. Так, печатаем. Алло. Здравствуйте, да. Вы какого питомца хотели? Вот, вы какого питомца хотели заказать? Ну вот я бы хотела заказать такого большого белого розового, если у вас, конечно, найдется. Просто у меня кровати нет. А, еще такой сиреневенький и беленький. О, хорошо, вам бесплатно. И я уже несу. Я постучусь в дверь. Вы откройте. Это лемуры. Что? Связь окончена. Я не знаю, что значит лемуры. Это чудовище, которое... Ладно, до свидания. Это чудовище, которое всех ест. Зачем я их тогда заказала? Подумать надо вначале было. Перед тем заказывать. О, нет. Прошло 2 дня назад. Где мои лемуры? Сама смеюсь. Короче, звоню опять. Тин-тин. Алло, да, здравствуйте, вон, вам уже везут. Стучаться, кажется. Значит, привезли, все, давайте, до свидания. До свидания. Так. Открываю, ждем. Тук-тук. То есть... Открывать. Вот, прошу, ваши лемуры, которые... Вот лемур, вот совенок. Спасибо вам большое. Без проблем. Я рада. Эй, все, до свидания вам. И прибудет через 1 день, прибудет ваша огромная стая. Это во второй части.
Хорошо. До свидания, до свидания. Какие дела? Похоже на диван. Ладно, это наверх. Все, несу наверх. Так, куда же его поставить? Глобус, прочь. Есть, ушел глобус. Так, сюда кроватку. Вот так, так лучше. А вот сюда советка. Вот, Сави назову, а этого Сири, от слова сиреневый. Так, мы ждем, 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 мы ждем, ждем. Чем я жду? Что я жду? Так, объясните, ребята, кого я жду? Ой, звонят. Алло, оказывается, через 2 недели во второй части придут. Нет! Всем до свидания. Ауч. До новой встречи. Во второй серии появится огромный Путин. А, чем я вообще болтаю? Ой. Всем до завтра. Пока. Да он прибудет. Через 5 минут. Значит, во второй серии, да? Всем пока. Я выключать. Пока. И...